Возможность перенаправления 2% от подоходного налога работающих пенсионеров обсуждали представители Ассоциации пенсионеров с главой правительства. Еще одним предложением членов ассоциации является создание фонда поддержки пожилых людей. В сообщении правительства отмечается, что премьер заверил представителей ассоциации, что предложение будет рассмотрено на платформе Государственной канцелярии, после чего будут проведены публичные консультации. Ассоциация пенсионеров насчитывает более 700 тысяч пенсионеров, из которых около 150 тысяч продолжают работать.